Конечно, очень молодой спортсмен на самом деле. Начал кататься недавно, но уже делает вот такие вот очень серьезные трюки, очень серьезные заявочки. Если ты соревнования в Москву, раз пока не выигрывает их, но я думаю, что впереди. Мы увидим Григория. Финалистов, тем самым на рейтинге. Или еще какие-нибудь топы московских соревнований.